Ассаламу алейкум. Приветствую гостей канала Life Europa TV. Ну, теперь общий TikTok, YouTube, как говорится, Instagram мой. Сейчас вот решил спонтанно сходить на замок. Точнее, гуляли с семьей в горах. И дочка говорит, здесь была на замке. Школу, ну, со школы их привозили. Пойдемте, дорогу покажу. Сейчас посмотрим. Такие красивые виды нас окружают. А так красиво люди живут в горах. Итак, пойдемте посмотрим с вами на замок. Ну, как вы поняли, мы уже высоко в горах находимся. А вот он, кстати, замок. Вот к нему мы и подходим сейчас. Смотровая площадка есть какая-то. Сейчас давайте GoPro включу. Снимаю в 4К. Надеюсь, хорошее качество будет съемки. Да, мы сейчас на замок пойдем. Ну вот он, собственно, этот замок. Тут что-то про него написано. Потом можно будет посчитать. Сейчас фоткаю. Не знаю, дочка попросила показать на камеру. Это какие-то витамины. Наверное, что-то в школе им сказали, когда сюда приводили. Вот замок. Сейчас GoPro включу, чтобы было объективно. Бонжур. Пойдемте прогуляем. Посмотрим, пусть я туда. Открыт доступ, не открыт. Прогуляемся. С вами первый раз иду. Так, пока вход в замок найти мы не можем. Здесь пока какие-то дятлы. Птицы. Что у нас? Змея. О, змея не люблю. Вот так. Походу не получится нам зайти в замок с вами. Всю дорогу сюда здесь идет и все закрыто. Здесь, кстати, какая-то реконструкция идет. Нашла. Вот они, видите, восстанавливают замок. Наверху, кстати, ветерок неплохой. Ну, дальше, я думаю, смысла нету нам идти. Сейчас еще чуть пронемся, с этой стороны глянем, и можно возвращаться, я думаю. Ну, короче, подняться не получилось, одним словом, дорога туда уходит у нас вдаль. Вот так. Вот как-то вот так. Что смогли, то и показали вам, как говорится, и сами посмотрели. Вот так, красивый старинный замок видно. А если еще будут регистрировать, думаю, вообще будет замечательно. Все, спасибо за просмотр. Буду рад признателям лайкам, репостам, ну и вашим хорошим комментариям. Всем пока, ассаламу алейкум.